На Ямале разрешили открыть ночные клубы и игровые комнаты, а в кинотеатрах и кафе увеличить заполняемость. Губернатор внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности, принятое в марте прошлого года. В соответствии с поправками, в округе отменен запрет на посещение мероприятий и оказание услуг в помещениях ночных клубов, детских развлекательных центров и игровых комнат, досуговых заведений. Кроме того, в кинозалах и заведениях общепита посетители смогут занять до 75% мест, ранее до половины. При этом для точек общественного питания отменено требование об ограничении времени работы. Напомним, на Ямале продолжает действовать режим повышенной готовности. В середине лета его продлили до 30 сентября.